зачем смотреть этот фильм, потому что, мне кажется, пришло время сказать правду. Thank you.
Есть какие-то вещи, в которые ты веришь? Некоторые верят с детства в Деда Мороза, некоторые верят в Бога. Я же всегда верила в музыку и всегда верила в то, что мне есть что сказать посредством музыки. Это не совсем с детства было. Вот, скорее всего, там юношество, ну там где-то лет 13 мне было, 13-14 примерно. Я увидел, как выступает группа вживую. Вот, почему-то обратил внимание на барабаны, хотя до этого я чуть играл на гитаре. И меня это так зацепило как-то. Я приехал домой, были такие палочки, вернее не палочки, а детские кроватки, у них были такие перегородочки. Вот с этих перегородок у меня были палочки, выточенные руками там как-то криво. И я начал отбивать дома там все, что было. Я стулья себе ставил. И как-то с этого момента я постоянно играю и даже не задумывался о чем-то другом вообще. У меня раньше было такое впечатление, что Саша пытается быть похожим на Трэвиса Баркера. Ну, это ему все говорят. Ну вот, раз уже перешли на личности, такой весь из себя, харизматичный, татухи, тра-та-та и кадиллаки. Но потом я понял, что он, ну, он не похож на него абсолютно. У него есть свой почерк, свой удар, свой звук. И, ну вот, его уже можно не спутать, допустим, там, сказать, что «а, это, там, это, допустим, барабанщик». Уже можно сказать «о, так это же Саныч уже». Ну вот, это супер. Yeah.
зачем и что я делаю. И именно эта уверенность дает мне знание, что я делаю все правильно и делаю все настолько хорошо, что те люди, которые готовы к этому, они это поймут. Ты стоишь в гримерке за там, 15 минут до концерта. У тебя внутри настолько разные ощущения. Вот, грубо говоря, представь, что вот ты падаешь, и вот это чувство невесомости и какая-то нехватка дыхания. В этот момент, чтобы себя каким-то образом привести в чувство, тебе нужно действительно обозлиться на публику. Это очень странно звучит, но ты должен выйти немного с претензией. Мол, типа, вы пришли, ну, так сейчас я вам, мол, сейчас так настолько отдам, что вы не унесете это все. И нельзя делать наполовину, нельзя бояться. Если ты выходишь на сцену, и у тебя продолжается вот это вот, ты должен выйти с некой агрессией, чтобы вот, ну, взять их и держать до конца. Лика для меня очень близкий человек. И я могу сказать, что для меня... Zetetics — это скорее она в большей степени, да. Мы отлично дружим, отлично общаемся, мы постоянно шутим. И я не знаю, это все очень так человечески и классно. Вот, мне очень с ней комфортно, я очень рад ее просто знать как человек. Я бы описал ее так образно. Это что-то такое очень хрупкое такое, что-то хрустальное, невесомое, вот, и при этом оно всегда спрятано за какими-то вещами, вот, которых требует социум, какими-то такими чуть-чуть кулаками, вот. А внутри очень тонкая, хрупкая такая структура, которая вот приносит все эти слова сюда. И все эти музыки, и зерна все эти. А мы уже дальше занимаемся таким выращиванием этого зерна. Там кто-то добавит воды, кто-то удобрит это, кто-то еще, кто-то поправит там какую-то лампу. И что-то начинает расти. Вот. Она очень, очень ранимый и очень при этом сильный человек. Мне кажется, что эта ранимость ее, точнее, эта способность, ну, это даже не способность, а вот... То, что ее ранит и делает ее крепче постоянно. Как грани новые становятся в этой хрустальной какой-то такой штуке. Under rising sun. Under rising.
Как я вижу Zetetix через пару лет, ну, мне кажется, что эта музыка больше для Европы, не для Украины. Хочется хороших залов, плотного графика. Мне так кажется, да, что это более европейская музыка. Да, я думаю, было, Сань. Единственная причина ухода из группы – это переезд в другую страну. Ну, хотелось бы уехать туда с этой же группой. Мне кажется, разные цели просто все преследуют. Взять там 3-4 ну, вот, украинские команды, которые им по 12-15 лет, они просто выдохлись. Они не... Вот если для меня такое есть, я вот гуглил ситуацию по поводу Coldplay, по поводу YouTube, думаю, как же так, они там по 40 лет играют, как это все, ну, то есть вообще произошло. А я заметил такую закономерность, если проходит 5 лет, и команда не врывается на мировые сцены, на туры, все, можно ставить точку. То есть у нас еще есть время. Вот. У Coldplay, у YouTube, у всех этих монстров 5 лет, вот 5 максимум 6, а у них уже выстрел. Вот и все. То, что мы из Украины и поем европейский материал, наоборот, вот, дает сил не останавливаться на достигнутом и, ну, то есть развиваться, потому что там все очень на расслабленном. Ну, не пошло, ну, сделаю там дальше, все, буду заниматься совершенно другим делом. У нас здесь выработался инстинкт выживания, и он очень сильно помогает. Ну, я не могу сказать, там, сильнее, как-то лучше то, что мы из Украины, или хуже, или это для нас какое-то там проклятие. Нет, я не могу сказать. Здесь мне здесь комфортно заниматься этим. То есть какие-то творческие вещи появляются здесь не просто так. Здесь очень много в нашей стране вопросов и проблем, которые на себя внимание тянут, и о которых ты думаешь, о которых ты переживаешь. Я думаю, что тут скорее это может сработать как какой-то уникальный набор вот этого опыта вообще жизни здесь, наблюдений за жизнью, которая здесь течет. Вот так. То есть это какой-то уникальный набор каких-то пазлов. Вот что для нас, мне кажется, Украина. Мне раньше было стыдно признаться, и я как-то там увиливала, называла чьи-то имена, там как-то пыталась объяснить, что вот они там хорошие сделали концерт. На самом деле ничего из украинской музыки я не слушаю. У меня низкий порог терпимости к тупости и лени. Я не считаю себя красивым человеком. Я могу сказать так, что ту музыку, которую я слушаю, и теми людьми, которыми восхищаюсь, они некрасивы, вернее, внешне, по меркам, всеобщепринятым меркам. Они красивы иначе. Вот мне кажется, я такой человек. Ну, через 5 лет, я думаю, что я хотел бы проснуться, попрактиковать медитацию, сесть с вами в бус и поехать на площадку. Follow
В музыкальном плане Стас не особо отдает предпочтение каким-то там очень быстрым, заумным партиям, вот, но у него каждая нотка, она имеет вес. Вот он продумывает партии до, вот, до малейших каких-то таких деталей, да, это может быть там одна нота вместо трех, но она прям вот протянется сколько нужно и закончится там, где надо, и правильный звук будет подобран, который передает настроение песни, и ну, это очень ценно. Я как-то жила в Германии, но я там не осталась, потому что когда слишком все правильно, мне так не нравится. Ну, кстати, что самое интересное, Германия написала две песни, которые потом в итоге мы их играли на концерте. Мне кажется, это такого тотального одиночества. Вот я абсолютно с Бродским согласна. Садись и пиши. У меня нет такой ерунды, что мне как-то нужно на что-то подстегивать, на какое-то чувство. То есть, если очень больно или как-то плохо, мне ничего не хочется делать, просто лежать и не вставать с постели. Трудно ли быть? Блин, очень трудно быть хорошей дочерью. Но мои родители далеко, и я создаю видимость. Follow your heart. Lay down here, you don't be a fool. It's time to be higher than the moon. Higher than the moon. Higher than the moon.
Ну, новый альбом гораздо глубже, гораздо более тонкий подход там к партиям. Прошлый был более такой новаторский альбом. Совершенно другое какое-то взрослое уже настроение. Плюс жизнь идет, и все получают какой-то свой опыт. И он, безусловно, он в этом отражается. Он отражается в этой музыке, он отражается в том, что мы сейчас делаем. И большой плюс команды в том, что нету русских текстов. Для меня это просто dream come true. Я нахожу там какую-то прям какие-то магические вещи. Иногда я не могу понять, как это работает. Просто сам момент творчества, момент, когда что-то начинает появляться из ничего, это удивительно. Я каждый раз этим восхищаюсь и, наверное, вот как-то даже жадно к этому отношусь моменту очень. Хочется больше. Мои слушатели — это определенно люди с головой. Это те, которым нельзя вешать лапшу на уши. Это те, которые воспринимают действительность такой, какая она есть, и не носят вот этих вот странных очков. У меня есть очень много примеров, как не нужно делать. А это еще лучше, чем иметь примеры того, как нужно делать. Поэтому я очень благодарна, что я здесь. Группа Zetetics — интерес делать что-то, чего еще не было, то, что может тебя волновать не так, как все. То, что ты можешь сначала говорить, ну, можешь тебя отвергать вообще, ты можешь говорить, это какой-то полный бред. Но потом, спустя время, ты можешь сидеть и слушать, понимать, блин, насколько это гениально. Вот у меня так было с последним альбомом Radiohead. У меня прошло где-то месяца три, пока я просто его снова-таки не включила и не поняла, насколько этот альбом гениален. Он просто самый лучший альбом, который я слышала за всю свою жизнь. Иногда так бывает, но это такой процесс восприятия. Человек заточен на то, чтобы воспринимать с детства какие-то понятные вещи. Снег белый, он холодный, это зима. Человек, в принципе, в каждый день, если бы он выходил хотя бы немножко за рамку своей головы, он бы себя бы как бы ломал вот этот код. Он бы заставлял ломать этот код и программировать новый. Поэтому это нормально, что люди могут воспринимать что-то со временем, к ним может доходить что-то со временем. Главное, что им это в принципе доходит, значит, есть шанс. Thank you.
У нас был европейский тур, он был очень необычным. Нас никто не ожидал. Наша задача со Стасом заключалась в том, чтобы мы вышли на центральные площади 7 городов и сыграли акустическую нашу программу. Очень запомнился Париж. Почему? Потому что там какая-то была невероятная атмосфера. Мне было максимально страшно каждый город. Я это время переживала очень плохо. Вот там вот эти вот 20-30 минут до концерта. Мы сыграли одну песню, сыграли вторую песню, третью. Я поворачиваюсь так на Стаса, говорю: слушай, наверное, уже пойдем. Вот нельзя так делать никогда. Вот то, о чем я говорила, нужно быть очень смелым и жестким к публике. Даже если она тебя не ждет или ждет, ты должен все равно брать и говорить то, что ты хочешь сказать. И вот когда только мы хотели уходить, к нам подошли ребята и говорят: так а вы уже что, все? Все ребята, которые были вокруг, они подошли. Мы дарили свои альбомы. Нас не просто не отпускали. Какие-то ребята из Франции, какие-то еще были ребята из Британии. Это был такой момент, который я не забуду никогда, потому что вот в очередной раз я поняла, что я делаю все правильно, все верно, и я должна все равно стоять на своем. Мы начали с Будапешта, это был очень провальный город на самом деле, потому что мы вообще совершили глобальную ошибку в том, что мы на себя взяли очень много ответственности. То есть нас было трое, и мы должны были, помимо того, что мы пели, как-то должны были себя вообще хорошо чувствовать, мы еще продюсировали наши все переезды, мы снимали это, мы записывали одновременно звук, и мы еще такие очень классные считали, что мы будем это монтировать и в тот же день выкладывать. Но это было абсолютно не так в Будапеште. Нам одна бабушка похлопала. И потом так подвыпили, такие, мол, типа, да ну нет, это же всего лишь первый город, все будет хорошо, все будет классно. И на самом деле так и было. То есть, мне кажется, невозможно чего-то постичь, не приняв удар до этого. Потом у нас была Венеция, записали песню «Fly Away». И люди вокруг, которые останавливались, они нас снимали вот на телефон, на камеру, и прям терялось, куда смотреть, что делать. Понимание того, что ты в нужном месте, это очень круто. Going to do what you
После Венеции у нас была Барселона, тоже сумасшедший был концерт, вообще просто. Во-первых, пришли ребята из, они из украинской диаспоры, они переехали в Барселону, там, черт знает когда. Они снимали целый ролик о том, какая украинская музыка, что, как она звучит, почему мы туда приехали. В каждом городе, из которых, в которых мы были, у нас есть своя публика. Вопрос в том, что если бы был конец света, что бы я сделала вот в последний момент? Ну, я, наверное, позвонила бы родителям, с ними как-то поболтала, там с бабушкой поговорила. Но ничего тупого бы не сделала. Ну, легла, наверное, спать, выпила бы чего-то покрепче. Что должно произойти, чтобы я ушел из группы?
Должна начать писаться плохая музыка, во-первых. Очень плохая музыка. Вот. Ну, наверное... Да, ну, мне будет этого достаточно. Да, работа с продюсерскими проектами, это очень сильно ощущается. Это очень отдален артист от музыкантов. Здесь же такого нет. И для меня это один из самых таких вот хороших пунктов. Я могу сказать, что, возможно, я бы всех за**ал своими рассказами про бас-гитары. Саныч, мне кажется, каким-то вообще уникальным человеком, потому что у него... В нем сочетается какая-то очень притягательная кроткость, совершенно обезбашенный какой-то музыкой внутри и каким-то драйвом внутри, вот так. Я считаю, что мне очень повезло вот вместе играть, вместе творить. Он большой профессионал. Игорь для меня в первую очередь как друг. Потому что мы очень-очень давно знакомы. Вот. Мы даже когда еще не работали музыкантами, да, если это можно так сказать, мы вместе работали в музыкальном магазине. Во-вторых, это один из немногих басистов, с которым я могу сыгрываться вот прям быстро. То есть мы особо там не договариваемся, мы можем что-то там поковырять очень быстренько и потом уже начать это все играть, и у нас это слаженно получается. Очень такое прикольное ощущение. Вообще у нас нет музыкального бизнеса, у нас все инвертировано. У нас люди платят за то, чтобы их музыку крутили по радиостанциям, у нас люди платят за то, чтобы их клипы показывали на музыкальных каналах. Я плачу всегда. Я человек слеза вообще, да. Я надеюсь на какую-то трезвость зрителей и слушателей, что они все-таки перестанут идти на поводу и начнут слушать нормальную музыку.